Я? А кто знает, Высоцкого еще нету в школьной программе? Есть. Есть? О, это здорово. Нету? Дошли до этого. Потому что, да, мне, я считаю его вообще крупнейшим исполнителем 20 века российским. Поэтому для меня было бы, странным, если бы он до сих пор не был. Вспомнить есть, отлично. Это здорово. Нету. Да, это получается такое. Я, к сожалению, не знаю. Но интересно. Жираф. В желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть потоку. В общем, так один жираф влюбился в антилопу. Поднялся трудёж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно. Нынче в нашей фауне равны все поровну. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада. Тут поднялся галдёж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, им видней. Папе антилоп ему зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу все едино. И жирафа в тесть брющит, видали остолопа. И ушли к бизону жить с жирафа и антилопа. Тут поднялся галдёж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. В желтой жаркой Африке не видать идиллии. Льют жираф с жирафихой слезы крокодильи. Только горю не помочь, нет теперь закона. У жирафа вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.